Серебряный век Забайкалья – это первый валютный металл России и первое домашнее серебро. Это великий труд и незаурядные личности. Это были люди, абсолютно преданные делу, которому их учили, которому они служили. Люди особого склада, для которых главное – познать тайну природных процессов, которые приводят к образованию того, без чего человечество не может развиваться. «Во славу России» – документальный фильм телекомпании «Альтас».